И Полина расскажет о творении. Полиночка. Осень осыпается. Осень обсыпается. Осень обсыпается, белый сад, листья пожелтели, поле то есть, и вдали поселка, там на земле листья ярко красные, там же небес. И последнее сожрение мы послушаем Катю, Еву и Глеба, они втроем расскажут. Катя, Ева, рядышком с Катей становись, и Глеб. Шопись. Так, Катя между ними. Нет, Катя справа, Ева между ними. Шопись. У кого у нас есть хватов какой-нибудь? Не взять ничего. Моя матушка. Так. Так, дует ветер. Тут отрывали листочки, где отрывали. И летят листочки, кружат по дорожке, падают листочки прямо нам, под ножки. День семь.